Здравствуйте, я начинаю новую неделю с Advance Roleplay. Я подумал, что давно не обсуждал этот сервер, этот проект, и лишь изредка мог его упомянуть в каких-то своих новых видеороликах. Но как лично я понимаю, и как лично я вообще думаю и предполагаю, этого недостаточно, потому что на канале есть много людей, которые пришли с роликов по там Advance Roleplay, хотя ролики, типа, там просто я обсуждаю Advance Roleplay, а играю-то я как бы на Arizona Roleplay Phoenix. Вы сами все это можете понять, разузнать и, возможно, даже предсказать. Однако, давайте сразу перейдем к новостям, потому что их сегодня аж целых три, но все они относятся к одной теме. Как бы это ни было странно. Давайте. Вот такое шикарное меню скоро будет на Advance Roleplay. Как вам? И знаете что? То есть, в самом деле, когда я только посмотрел на все это, я такой, типа, это Advance Roleplay? Серьезно? То есть, а как они будут все... Почему раньше они вот молчали? Что? То есть, они могли делать вот нечто подобное и не делали? А почему? Что им мешало-то, в самом деле, когда я играл на Advance Roleplay, такого не было. А это был год 2016, и, по-моему, чуть-чуть 17-го было года, и такого не было. Почему? Где я был-то все это время? И, причем аккаунт на Advance-то у меня с 2015 года, но активная такая игра, она как бы началась в 2016-м, более-менее под конец 2015-го, и такого я вообще не видел. И, видимо, то есть они сейчас хотят вот так более развить свой лаунчер путем всех вот этих вот интерфейсов, всего прочего. Но проблема в том, что я более чем уверен, что все эти интерфейсы, они невероятнейшим образом нагружают систему. И чуваки, которые привыкли к тому, что на Advance все так легко, простенько, это, конечно, не сам ПРП, но, тем не менее, там все всегда было простенько. И сейчас вот нечто подобное видеть, они такие, типа, че, серьезно? Но мне кажется, что очень много пустого пространства, которое можно было бы еще чем-нибудь занять, и очень много каких-то кругляшков, которые, типа, ну, я не понимаю, то есть вот это вот справа, смотрите, идут уже такие плитки, как из Windows, и все равно какие-то кругляшки. Зачем? То есть переместите их влево, туда, где голод, здоровье и так далее. Займется лишнее место и все. То есть, зачем мне? Ну ладно, может быть им виднее, может быть там у них все получше, все краше и так далее, и вообще хорошо. Ну, не будем ко всему этому придираться в данный момент. Это первое, что вообще люди могли увидеть по поводу всего этого Advance Roleplay. Что было дальше? Как шоу такое на ютубе, знаете, что было дальше? Ну такое прям вот фиговенько, мне не нравится, я прям не могу, ни одного выпуска не смог посмотреть, если честно. То есть, ну, я не знаю, как такое люди вообще могут смотреть. Новые интерфейсы, которые готовят разработчики Advance Roleplay. И вот опять вот это вот, знаете, коронное. Как вам? Давайте, я даже не буду пока что показывать все вот это вот как людям, все это. Я просто вот посмотрю, что там вообще есть. То есть, что пишут люди. У Advance всегда был лучший дизайн, цвета и так далее. И все с него украли. Это. Ну, я не знаю, какой-то, видимо, из психушки у вас сбежал, там какая-нибудь вот эта вот как Кащенко или вроде того, чуваки, у вас пациент тут вот в комментариях лайв сам посидит, что-то непонятно говорит, может, у вас не пропал человек? Он вполне тут, возможно, он нашелся. Как бы вполне такое возможно. И давайте сейчас рассмотрим все эти интерфейсы. Так, меню игрока выглядит вот так, то есть оно открывается на весь экран. И ты типа такой, ладно, хорошо. Потом ежедневное задание. И опять хорошо. И потом время, которое тоже открывается на full экран. И это достаточно, типа, это неплохо, ладно, хорошо. Но почему все такое строгое? То есть до этого все было такое цветастое, яркое, все вот эти вот плитки, все вот эти вот кругляшки, все вот это вот прочее. То есть я не говорю, что цвета были ядовитые, нет, но все было намного ярче. Что случилось сейчас вот со всем этим, я не имею ни малейшего понятия. Почему все стало такое официальное сразу вот? Зачем? Для чего? Непонятно. Но может быть, опять-таки, там, дизайнерам Advance Roleplay им как бы виднее. Это была новость, вернее, были новости за 26 февраля и за 27 февраля. И следующая новость, она вышла, так знаете, вот уже максимально потом, то есть практически, ну сколько, неделя прошла или около того, и вот что потом LiveSump написал 3 марта в 20:00. Advance Roleplay запустили бета-тестирование лаунчера с новыми интерфейсами. Для него даже сделали отдельный подсайт. И что-то мне вот прям, знаете, все это не нравится, потому что вот прям что-то они как-то занялись всем вот этим вот своим лаунчером после того, как все это уже
обуздала Аризона и Даймонд. Только сейчас они начали вот чем-то подобным заниматься. У них вообще модификации-то какие-то будут, потому что вот в лаунчере Аризона РП модификации прям нормальные. И все их можно отключать, все их можно включить. Улучшенная графика, улучшенные текстуры и так далее. И лаунчер работает стабильно. Это слава богу, я прям вот в последнее время играю только через лаунчер на Аризона, вот Games, Roleplay и вообще Phoenix, все прочие вещи. Хотя мне бы хотелось, чтобы в лаунчер добавили камхант. Пожалуйста, я прошу. Мне очень его не хватает. Мне прям вот он нужен настолько, что я просто вот я прям не знаю. То есть камхант прям вот то, что мне в последнее время нужно. И, пожалуйста, если вы его добавите в лаунчер Arizona RP Games, мне даже выходить не нужно будет никуда. То есть все можно будет снимать прям вот, знаете, на Arizona RP. Потому что иногда хочется снять какую-нибудь пролетку для самп-обзора. Хотя самп-обзоров-то уже не будет, как бы, ну, сами понимаете. Но, тем не менее, иногда хочется прям с камхантом вот все это почувствовать, а этого нет. Хотя вот сайт, который специально для Advanced Launcher, он типа, ну, одностраничный, такой только скачать можно, я так понимаю, и все. Возможно, у меня не прогрузился он, да нет, прогрузился, и он какой-то все, одна страница, одно что-то вот это тут все, и потом нету больше ничего, ну, что-то прям вот, знаете, если честно, у меня даже никаких мыслей нет по поводу всего этого, для чего они все это делают, зачем они все это делают. У них еще, знаете, такая техническая часть сервера, она не полностью раскрыта, то есть на Advanced Roleplay вот ты заходишь, и там нечего делать. Возможно, там сейчас есть какие-то квесты для новичков, возможно, есть еще какие-то вот эти вот все вещи, но ты заходишь, и там нету желания играть. То есть ты купил себе машину, купил себе дом, там, возможно, какой-то бизнес средненький, маленький и так далее. Все. То есть на Advanced Roleplay больше делать нечего. Что там снимают ютуберы, которые там вот сейчас играют, снимают и так далее, я представить не могу, потому что Advanced Roleplay это буквально, то есть все. Там вот сервак вот этот, вот представьте себе Advanced Roleplay и перекати поле. Вот, все. То есть снимать, что там снимать, я не знаю. Возможно, знает кто-то из ютуберов Advanced Roleplay, который меня, хотя нет, ладно, все, меня уже не смотрят никакие ютуберы там Advanced Roleplay, и вообще никакие ютуберы тоже не смотрят, потому что сам по обзору они как бы прекратились на Владиславе Павлове, и поэтому я им стал неинтересен, возможно. Хотя на канале Семена я до сих пор могу посмотреть какой-нибудь из их видеороликов и в целом, типа, ну, посмеяться там, поугарать, сказать ха-ха-ха, как неплохо, как смешно, как интересно, как вот все вот это вот прочее происходит там, и, ну, в целом, конечно, круто, классно. Но, ладно, я буду следить за развитием событий, которые там происходят на всей вот этой вот Advanced Roleplay. Однако, не стоит забывать, что я, как такой, знаете, ютубер Arizona RP, я вот снимал, играл и делал все прочие вещи именно на ней. Поэтому, если вам все это нужно, интересно, и, возможно, вы всегда хотели начать игру на топ-одном проекте в GTA Самп, то Arizona Roleplay сервер Phoenix, я играю на нем, у меня на нем есть мой промокод NoToxic54, есть мой никнейм Dante Connor, есть все прочие вещи, поэтому если вам все это нужно, вы заходите, рассматривайте, подсматривайте, смотрите и в целом делайте все, что будете считать нужным в рамках разумного, разумеется. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же завтра, я надеюсь, что в 20:00, либо немного попозже. Всем пока и до свидания.